В общем-то, всем привет, мои умникосы, кокосы, с вами Боди. И сегодня... Что сегодня? Сегодня 03.06.2019, а это что означает? Правильно, что я могу ударить себя вот этим... Вот этим... как сказать, я тупой или это мое призвание? Точно, надо просто это все смешать. И получается Богдан. Точно. В общем-то, что я могу вам... Вспомни, что ты хотел. Я вообще-то посрать хотел, типа. Ладно. 676 секунд смеха. Лучшие приколы за май 2019 год. Подождите, вот вы сейчас офигеете, что я вам покажу, смотрите. Мы заходим на наш с вами YouTube канал, и здесь кнопка есть спонсировать, но перед ней есть кнопка подписаться, чтобы Богдан лечился и был нормальным человеком, а не дауном. Вам нужно нажать на эту кнопку подписаться. Я думаю, вы поможете Богдану лечением и нажмете на колокольчик. И тогда Богдану сразу же станет в сердечке хорошо. С каждым подписчиком Богдан становится все тупее, все умнее, точнее, и умнее. Вот, поэтому я надеюсь то, что вы подпишетесь и будете ставить на колокольчик. И да, кстати... Мне прибавляет сразу же огромный плюс лечения, если вы нажмете на спонсировать и станете спонсором нашего с вами канала, потому что я только недавно спонсорку открыл, господи помилуй, вот. И там, короче, вам будут доступные моди и, короче, много плюшка, это 5-е видео за день. Господи, как я много говорю, лучше пойду посру в следующий раз. Погнали. Вспоминаем Джеки Чана. Пожалуйста. Это ебаная помойка, блядь. Подождите, мне кажется, у меня паук ползает по моему лицу. Нет, не паук. А, это волос моей кошки. Бля. Да ладно, все. Стоям бы. А это реально? Да нет, я понимаю, что это шутка, вы чё? Найс. О боже, нет, чувак, только не говори. Но это сейчас то са... Академия смеха. Контент пошел. Конечно, контент пошел. Побежал, я бы так сказал. Куда не пойду, всюду вижу его. Это кто? Это кто? Черная вдова, что ли? Я не помню. Мне его не хватает. Знаю, мне тоже. Я не понял. Не, я и пожёстче могу. О, боже мой, какая... Какая? Лучше я ничего не скажу, а то хейтеры появятся, если я скажу либо красивые, либо страшные. Один фиг, на одной стороне хейтеры будут. Поэтому буду умным и скажу вот так. Ну нахер. Отец. Как быстро достать 1000 рублей? Чего? 1000 рублей? Ты сейчас кому заливаешь? Очень просто. Ну-ка давай. Ты можешь поучаствовать в митинге? Нет. Продать бабушкины заготовки? Никогда в жизни я их все съем. Стать доставщиком пиццы? Нет, я их тоже съем пиццу, пока доставляю. Зачитать рэп на улице? Нет, меня сразу отхерачат, как тебе только что там херачили. Открыть домашнюю лабораторию? Не надо, я взорву дом. Запустить свой стартап? Чао? Съесть наспорт 1000 рублей. Съесть наспорт 1000 рублей, потом я на эти 1000 рублей буду лечиться в больнице. Подработать электриком? Фу. Чувак, ты только что ворону сбил. Или, наконец, просто зарегистрируйся за косарь. На этот раз... Или потом зарегистрируйся за косарь. Против меня 200-сильный Мерседес. О!
Да ладно. Ну нахуя так делаешь, ёбаный? Блин, ну серьезно, это спойлеры сейчас были? Я вообще не смотрел «Игры престолов». Мне говорили, это херены, просто самый лучший сериал «Игры престолов». Боже мой. 2.16 нету здесь чувака. Нету, ладно, значит, это не спойлер. Если это последняя серия, я не знаю, что я сделаю. Да. Тварь! Зачем ты спойлеришь? Здрасте. Это парень. Его прихворать. Нихуя себе. Меня зовут Джордани Йованович. Я дитя Беларуси. Налоги уплати и спи спокойно. Негритоточки сочные, собачки, кошечки, мышечки, змеи, шоколадный дождь, золотой дождь, накакали, настали. Блядь, тебе въебать что ли, а? И переспроси. И переспросить. На входе в школу турникеты. Попасть постороннему в здание невозможно. Модуль – это безналичная система оплаты. Сейчас кто-то зайдет. Именно в столовой. Также электронный дневник. Вот это поворот! Макдональдс. Твою ж мамушку. А чё ж он себя как баран там рыгнул? Не, ну реально, казалось, будто баран. Ну, я не хочу его позвать. Ну, вот, закрой сейчас глаза. Закрыли? Закрыли, да? Вот это, кстати говоря, можете открыть. Был не я. Макдональдс. И это тоже был не я. Блин, а я думал, там тетя Зина на заднем плане, ладно. А, там эти, те самые лежали. Кто это? Я первый раз вижу. Ключи от моих трусов. Ладно, плохая шутка опять, как обычно. Что, блядь, каток был квадратный. А знаете, если бы я не сказал, что шутка плохая, мне кажется, вы бы все посмеялись. Я просто ее сейчас испортил, да? Какая же я тварь. Да, пизда. Хоть кто-то это сделал. Вот знаете, когда она вот так вот передвигалась, я думаю... Вот так вот, вот, вот. Ну, это пизда. Вот это, ну это жесть. Столько мемов можно с этим сделать, я не знаю. Типа, доча, в тебя кто вселился там, я не знаю. Когда не хочешь ходить, как нормальные люди. Это нормально? Ну, вас на минутку. А потом... Ох ты, ёлки-ёлки, еще... кухня, сериал. На минутку, а потом еще на 2 минутки, а потом еще на минутку, потом и опять весь вечер. Не поняла. Что ж тут непонятного? Спасибо. Что это королева, если не могу летать на драконах и хуярить всех? Адекватная? А ты чё пыришься? Я еще ни одной серии не смотрел «Игре престолов», вы мне стягают: «Богдан, как тебе повезло-то?» Я говорю: «Да не знаю, типа, я не хочу просирать так много времени в своей жизни, чтобы посмотреть это». Отпишите в комментах, это реально офигенный фильм или нет? Ну, сериал. Чего? Ты чё? Фантастический беспредел. Это всегда просто мега эпичный взрыв. Ас. Запуск первой ракеты на Луну. Отлил, отлил. Ну я так и думал. Васян, ну ты чё? Ну ты чё? Кайф, да? Ну скажи кайф. Ну давай. Да... О. Хоро... Это, кстати, не я был сейчас. И всем пофигу?
Типа, пофиг. Вообще, похую. Да-да-да, я что-то тоже посмотрел. Да. Чё? Это сейчас шутка? А, типа, сейчас, стоп. Они, те, кто снимает, думают, что, типа, вот этот чувак сейчас будет драться, или этот. Там угорать начинают. Ну, дебильные спойлеры, конечно. Все равно. Но я был близок. Я хотел прикол с мем, помните, вот это? Ну, поняли. Это? Да. Не трогай. Это фейк. Ты ёбнутый, что ли, блядь? Это не фейк. Дил. Чего? Чё за дебилизм был сейчас, я не понял. Что такое, Паркер? Наверное, не мог оторваться. Боже мой, помни, кто Jetix или Cartoon Network? Наш канал, да-да-да. Вот сука. Dance, dance for you dead. Я не хочу. Нет. Да я так обычно флексил в корзинке у мамы. Нет, не в корзинке у мамы, в коляске у мамы. О. Когда мне было 2 года. Не то, что сейчас 15. Розы любят воду, а пацаны свободу. Ах ты мразь, осуждаю. Кто понял, тот понял, что он имел в виду. Ну вот тварюга, ты понял, да? Розы любят... воду, а пацаны свободу. Розы любят воду, а пацаны свободу. Я понял. Ну типа... как вот этих людей обычно все называют? По-пафосному. Вот, а это с давних времен называют, ну, типа, их так звали, то есть перевод этого слова, ну, типа, нига, это рабы. И, типа, здесь, ну, он дает охарактеризование этого, шутку переводит, слушайте как. Залюбят воду, а пацаны свободу. И, типа, поняли, да, рабы, типа, свобода и так далее. Вумразота, осуждаю, это очень неправильно, это очень неправильно. Кстати, я сейчас кушать буду. Но не сейчас. No. Врубаю максималку. Ну давай. Это как так? А, да ладно. Ни хрена себе он дебил. А, там пожар, а он катается. Ну хорош, че. Я голодный. Вот это жесть. А мы еще можем вам задать вопрос, на который вы вряд ли ответите. Ну, давай попробуем, если что мы вырежем. Давай. Корень 49. 7. Чего? Она серьезно? Даже я знаю. Я даже знаю. А если хотите, чтобы я знал, сколько будет корень из 99, если есть из 49, значит и из 99 есть, то вам надо подписаться на наш с вами YouTube канал. И как только вы сейчас подпишетесь, я ровно через 10 секунд скажу, сколько это будет. Так что подписывайтесь, прям я вам слово даю. Если вы не подпишетесь, я вам не скажу. Я серьезно. Я сейчас не вру. И поставьте сразу на колокольчик. Даю 5 секунд. 5, 4, 3. Три. Нет, меня не заклинило, вы еще не подписались, вот поэтому я три и говорю.
Все, подписались? Окей. Сейчас скажу через 10 секунд. Да ладно, так можно сальтухи делать? Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Ну, кстати, круто было. А по поводу корня из 99 вы подписались? Это будет 9.9. А, там видно было. Насколько нужно быть тупым, да? Нет, ну я же вычислил, значит, я точно не тупой. Так что отстаньте. За холм! Ёлки! Когда русская армия, сразу видно. Ну, блин, не знаю. Не смешно было. Я сейчас как Амиран прям смеюсь с чайкой этой, помните, да? Вот. Сложнее всего оказалось выбрать оружие. Катана резалась, шпага кололась. А это что за прибор? А, это... Это как раз для тебя, мне кажется, нет? Ну, типа, им и не ударишься, и не порежешься. Не, хотя воткнешь зато. А то случайно реально сядет на него. Поэтому не. Мы будем бухать до утра. Класс. А твоя жена разрешит? Жена? Да плевать, что она скажет. Я ведь мужик. Тони! Где ты ходишь, сукин ты сын? Я твою мать. Ну такое. Я бы еще сальтуху назад сделал вперед, а потом бы еще носом ударился для эффекта. Ну об асфальт прям. Когда хозяин попросил принести водички. Хорош. Все? Когда трудновато получилось. Серьезно? Где лопата? Я не знаю, где лопата. Где лопата? Я не знаю. Кто за лопату отвечает? Не я. Я сказал. А если... кто отвечает? Лопата, лопата была у тебя в руках. Капать. Что может капать? Сейчас бы за лопату отвечать. Скорее всего, вода. Откуда? Скорее всего, с багажника. Откуда в багажнике вода? Скорее всего, с улицы. Не сейчас, не здесь, не смотри. Пердащина. Нормально, нормально. Мам верит, блядь, бабам нельзя доверять. И в конце хочу сказать, берегите себя. А, там вообще девчонка за рулем. А, там вообще девка за рулем. Ну и чё, да? Девка за рулем. Чё ты три раза это говоришь, бабуля? Девка за рулем. Твою ж. А, девчонка за рулем. Сука. Покажите мне хотя бы. Нет, ну у меня бабуля 6 раз подряд не повторяла. Ага, это девка за рулем. А, девчонка за рулем. 7 раз. Жми на колокольчик. Короче, что я могу сказать? Я могу с душой, с доброй душой, с искренней душой, с... обчищенной душой этого челленджа сказать то, что мы с вами его прошли. Ну, завалили, я имею в виду, конечно же. Вот. Ну, а что завалить? Это плохо, что ли? Нет, конечно. Вот если вы завалили экзамены по ЕГЭ, то это плохо. А здесь завалить вот этот вот...
Чё это? Я уже забыл название. Экзамен. Фу, блин, какой экзамен? Завалить здесь приколы. То нет, это хорошо даже. Это смешно. Только вот, знаете, я чувствую, что вы не подписались. Я все таким же дауном остаюсь. Мне самому-то хочется тоже умнее быть. Поэтому вы, если что, подписывайтесь на наш с вами YouTube канал. И жмите спонсорку, чтобы у нас с вами было спонсорство. И да, кстати, Фейс спасательный круг недавно выходил. Вот, поэтому можете лайк поставить за пятый сегодня видосик. И до завтрашних видео, мои умники. Да.